Итак, задонатили трек Ephemeral Fits Yuki. Называется «Тысячи лет» с альбома VHS. Еще одна реакция на еще один трек с альбома Ephemeral. Вокала маловато, единственное, что, блин, очень цепляет, мне очень нравится музыка, мне очень нравится, как гитара звучит, мне нравится, как сэмплы в это вписаны, мне нравится, как исполняет Антон, мне нравится текст, мне нравится голос, мне только не нравится баланс между всем вышеперечисленным, мне кажется, что голосу отведено меньше места, чем ему стоит отводить в такой песне, и мне, вот мне все нравится, только вокал хочется просто чуть-чуть поднять и расширить над этим всем, чтобы он просто был больше, чтобы он был громче, чтобы он был больше, и чтобы, соответственно, он более явно привлекал к себе внимание, чтобы ты прям проваливался в повествование, потому что Антон хороший рассказчик, он харизматичный рассказчик, его приятно слушать, его интересно слушать, но попытки его расслышать этому, как бы сказать, не способствуют. Вот хочется, чтобы не надо было пытаться его расслышать, чтобы не надо было прям напрягаться, чтобы выловить все из голоса. Чтобы оно вот перед тобой было, и ты в него погружался. Свалка эмоций по имени молодость. Как мы красиво умеем страдать. Это все кажется неизлечимым. Можешь убить меня, так будет проще. Я обещаю тебя оправдать. На коротком поводке. Круто. Моих эмоций. Я звезда твоих капризов, что висит на проводке. Не снимай, не пытайся. Все не вытащить занозы. Набивайся и ложись со мной в постель. Вот, блин, сознание контекстуально. Если бы мы не слушали трек Лёхи Тэпа прямо перед этим, у меня бы, наверное, этой мысли не возникло. Но на канале будет реакция, если что. Вот мы их практически подряд слушаем на одном эфире. И вот у Лёхи Тэпа девочка на припеве в бэках, она вот более драйвовая, под похожий инструментал тоже, под гитарки, мощно все. Но там девчонка ярче. И вот я не могу выкинуть из головы, что вот та девочка, наверное, лучше бы исполнила этот припев, чем вот эта Юки. Она хорошо поет, но она как будто слишком конфетная, что ли. Какая-то она вот... Она не звучит как оторва. Вот здесь под такую песню хочется такой отвязный вокал. Такой вот рвущий и душу, и... перепонки, мембрану микрофона. А она такая вот аккуратная, она такая вот излишне правильная, как будто на этом припеве. Сложно объяснить, сложно выловить это ощущение, особенно при первом прослушивании. Но у меня при первом прослушивании есть ощущение какой-то излишней правильности от припева. Какой-то вот такой академичности, не в плане академической музыки, а вот в плане подхода. Чего-то вот хулиганского такого вот не хватает. Такая музыка должна быть чем-то неправильной, она должна быть... Потому что это протестная музыка. И протестную музыку нельзя делать по линеечке. Возможно, если несколько раз трек послушать, то привыкнешь, но вот с первого прослушивания такое ощущение. Утренний кошмар залечит вино.
Но припев вошел, кстати, очень круто. Ну, кстати, вопрос. Второй куплет будет от девочки или от Антона? Потому что я не уверен, что мне интересно ее на куплете будет слушать. Антона я бы еще послушал, но вот эта вот часть, она по длине была, ну, не как куплет, но как половинка куплета. То есть вот этот бридж, он очень долгий. Может быть, после него сразу, конечно, припев ебанут, но это странно будет. Типа, все. Трек закончился. Я подсознательно ждал еще один куплет. Мне как будто мало. Мне как будто не хватило. Даже странно. От меня редко такое услышишь. Я часто жалуюсь на то, что песни затянутые. Но вот здесь мне скорее не хватило. Мне не хватило какого-нибудь развития, чтобы мы из этого бриджа пришли еще раз к припеву. Хуй с ним, можно было какой-то инструментальный проигрыш, можно было соло сыграть какое-то красивое, можно было еще там 8 строчек разреженного речитатива добавить, чтобы потом еще раз прийти в этот припев, который должен ебашить и разъебаться. Вот мне этого не хватило. В целом интересно, я говорю, вот у меня есть единственное ощущение, конкретно вот от припева и, ну, вообще от этой девочки, я ничего про нее не знаю, я не знаю, кто это, я не слышал ни одной песни, или, по крайней мере, не ассоциирую имя с какими-то песнями, но у меня ощущение, что вот она протестную, отвязную музыку как будто по линеечке делает, и это рождает у меня внутренний протест какой-то, как у слушателя. Кстати, Дима, как относишься к тренду у многих современных исполнителей делать только один куплет в песнях? Раньше для этого искали фиты. Теперь поняли, что можно просто хуй забить, потому что считается количество прослушивания, а не их длительность. Вот на Ютубе важна длительность удержания, потому что от этого зависит, сколько рекламы можно напихать в единицу контента. А с музыкальной точки зрения все идет в обратную сторону. Треки по 1.5 минуты, по 2 минуты. Никаких треков по 7 минут. Ну, там Тул выпустили на 10, конечно. Интересные люди. Но они как раз из той эпохи. А среди современных тикток-артистов, да, трек на минуту 40 — это нормально. Мне тяжело. Я сформирован на другой музыке, я вырос на другой музыке, и я на это смотрю такой, блять, в смысле половина песни? Еще дай? Слышь? У меня это рождает сопротивление. Так что я отношусь отрицательно. Читаю чат. Как будто только начало послушали, коротковато, да, заскамили на куплет, плюс тоже больше хотела, что так резко, тут будет только припев, но это по ходу прослушивания мне писали. Мне кажется, тут дело в 3 треках перед этим, вопрос в сравнении людей из разных лиг. Ну, да, понятно, что на сравнении... Просто, опять же, для контекста, для тех, кто смотрит это в нарезке, мы перед этим слушали 3 трека Stromae, которые, конечно, с точки зрения продюсирования и работы со звуком, ну, действительно в другой лиге, в другом дивизионе находятся. Какие 1.40? Я до сих пор живу в мире, где песни по 3-4 минуты. Вот я тоже живу в этом мире, а до этого песни были по 5-6 минут. Это нормально было. Одна из моих любимых песен идет больше 7 минут. Я каждый раз не замечаю, как они проходят. Короче, да. Единственное, что, ну вот, коротковато, и про припев то, что сказал по первому прослушиванию. А мне Юки очень нравится тут тоже. Ну вот, кому-то заходит. Да-да-да, вот негатив пишет. Расскажи, пожалуйста, как перестать жить в мире, где 3-4 минуты — это вступление. Плюс. То есть, говорю, в моих любимых песнях часто вокал может появиться на 3-й, на 4-й минуте песни. Я живу в мире, где песня меньше 1.5 минут — это скит. И тут мы вспоминаем «Богемную рапсодию». Ну, например. Вот поэтому я люблю и не люблю «Полет нормальный». Согласен, «Полет нормальный» — великолепный трек. Какой же он короткий.
Припевчик бы помощнее, пишут. Юки тоже плохо слышно. Как классно они звучат вместе, обожаю. Child in Time на 10 минут. Где тут места для олдов? А проходи, присаживайся, на здоровье. Ну, два раза, ну, 2-3 раза на репит поставить, и будет полноценная песня. Но это, наверное, слишком сурово. Но просто вот еще бы... Либо вот в существующей конфигурации добавить выход на припев и припев, либо подсократить вот этот бридж после припева и сделать нормальный второй куплет полноценный. Слушайте Ephemeral, слушайте их новый альбом VHS. Ребята реально много вложили в него, много старались. Получили фиты с именитыми артистами. Надеюсь, им это принесет прирост популярности.